Певица Нюша только недавно впервые стала мамой, а уже вернулась к работе. На днях у артистки состоялось первое появление на публике после декретного отпуска. Исполнительница стала приглашенной звездой хоккейного матча, прошедшего накануне на арене в Балашихе. Нюше доверили ответственную миссию – исполнить перед началом игры «Авангарда» с АК «Барсом» российский гимн. Честно вам признаюсь, я еще никогда так не волновалась за свое выступление. Огромная ответственность исполнять гимн своей страны на таком грандиозном событии среди людей, которые поют вместе с тобой каждое слово душой и сердцем, рассказала Нюша. То, что певица сильно нервничала, было слышно, у нее предательски дрожал голос и сбивалось дыхание. У Нюши огромный опыт живых выступлений, но в этот раз она не слишком здорово справилась с грузом ответственности. Во всяком случае, так считают пользователи сети, которые критикуют артистку. «Не умеешь, не берись, хорошо отношусь к творчеству Нюши, но гимн она явно не тянет, ужасно только без обид», пишут недоброжелатели в сети. Тем не менее, поклонники были очень рады возвращению Нюши к работе. В июле прошлого года она объявила о небольшом перерыве в карьере, связанном с беременностью. Первенец певицы появился на свет в ноябре в Майами. У исполнительницы родилась дочка, но ее имя пока что держится в секрете. Она пока что не показывает и лицо девочки. Зато недавно она сделала фото, на котором продемонстрировала интерьер детской комнаты малышки.